Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Сегодня хочу вам показать пустые бутылочки. Пустые бутылочки, пустые баночки, кто как называет, кто называет мусорка, кто называет... В общем, я хочу оставить свой отзыв, что мне понравилось, а что нет. Я думаю, а вдруг кому-нибудь пригодится. Хотя это дело такое спорное, знаете, у каждого вкусы разные, и это, ну, на всякий случай. Так, мои дорогие... В общем, вот такой крем, это пантенол, гипоаллерген, интенсивно увлажняет молочко для тела. Но я хочу сказать, что мне он оставляет какой-то липкий слой. Я, конечно, выелозила там и на пятки, и на руки, и это самое, и уже так, знаете, по-доброму такому все такое. Ну, не знаю, высокоэффективное средство для ежедневного ухода за кожей, в том числе за очень сухой и склонной к шелушению. Не знаю, вот мне как-то-либо-нибудь, вот, ну, может, это чисто мне, потому что у меня очень сухая кожа, и в этом моя беда. Так, мои дорогие, крем для век, это мне привозила Кумасик, она говорит, слушай, говорит, я вот нашла, мне нравится крем, который как бы как на клиник похож по структуре. Вот, но я хочу сказать, что я его закончила, да, вот он был в такой упаковочке. Здесь написано, улучшает состояние капризной кожи, век быстро и результативно уменьшает глубину морщин, буквально стирает гусиные лапки. Ну, использовала я, ну что говорить-то, какие лапки? Это белорусский, да, увлажняет хорошо, изготовитель Белкосмекс. В общем, крем-лифтинг. Белкосмекс, да, увлажняет хорошо, да, это самое, ну, лапки никакие, мне уже тут вообще ничего не осталось, никакие лапки, ничего, очень тяжело. Структура, ну, все-таки как клиник, как эти все дорогие крема увлажняют, так ничего не увлажняет. Но опять-таки, это все, что касается моей кожи. У меня очень сухая кожа. И вот я сегодня утром нанесла, мне еще днем хочется увлажниться. Сухость. Кто-то говорил, Элла, купи увлажнитель воздуха, и будет тебе счастье. У меня здесь отключена батарея, у меня на кухне отключена батарея, у меня только в зале работает. Ну, и вот везде на окне стоят вот даже цветы с двух сторон литровой банки с водой. И там везде возле каждого горшка литровая банка с водой. И стараюсь оставлять, у меня ведро здесь в прихожей стоит с водой. В общем, ну, вот такое я Так, мои дорогие, мой любимый чистин для мытья полов. Мою я чистином. И сейчас я еще нашла от Faberlic для мытья стен и полов. Тоже хорошее средство, его меньше надо. И оно, но оно подороже. Так что я уж как каждый день мою, так вот этим. А вот как я чувствую, что там кто-то придет к нам, там гости или что. Значит, у меня есть для гостей, чем мыть полы. Вот как скажу, так скажу. Нет, ну, чередую просто. Так что, мои дорогие, чистинчик. Обожаю чистин. Так, мои дорогие, диш, в общем, для посудомойки, вот это вот гроз, жидкое средство, оно белое, прозрачное, ну, не знаю, как-то сначала мне оно нравилось, потом, ну, как-то все равно, таблетки лучше. Вот таблетки я беру сейчас, таблетки Faberlic, или там, где они по акции есть в любых магазинах. Таблетки мне нравятся, так что это. А это все равно нужно добавлять, если жидкость добавляешь, то и половина упаковки таблетки. Поэтому, ну, не знаю, как бы, кто что скажет, кто пробовал эту жидкость. Это поначалу прям вообще не знаю, потом вторую, третью купила. Или разлив другой, или уже что-то не то, ну, вообще, приходится даже перемывать посуду. Ну, как так? Это, так как я говорю, очень-очень сухая кожа у меня, муж, ну, хочется ему увлажниться, он тоже вот зимой, видать, сухость, все такое, он пользуется, опять, видите, у нас все баночки алоэ, 95, 92, сейчас там, по-моему, 97 пользуются, сейчас покажу, так, вот 92%, видите, ну, здесь все на русском, а изготовитель кто? С экстрактом алоэ вера, гель для тела. Так, кто изготовитель?
Крунденбам. Производитель Стелла, группа компаний. Россия, Москва. В общем, не знаю. Ну, пользовался, говорит, нормально, нормально. Потом, вот такая-то всегда я с Алиэкспресс выписываю 95%. И у нас в Оптиме я брала. И вот сейчас в Литуале, вот такая, я вам показывала, 97%. Я говорю, как разница есть? Он говорит, я не вижу никакой разницы. Вот уже половина. Так же пахнет, даже, знаете, пахнет как это, холика-холика. Вот эти вот так не пахли. Кто это изготовитель? Республика, а, ну это корейская, да-да. Так, изготовитель, ну не на русском, Республика Корея. Вот, здесь больше всего, 97%. Так что по акции можно брать и в этом. Кстати, у меня еще остался Ревгоши, это самое... Сертификат нужно купить, потому что вот это у нас идет очень хорошо, очень. Так что и 97%, и Корея. Так, мои дорогие, краска. Покрашена я вот краской с Faberlic. Не знаю, как видно или нет. Это номер 354, спелая вишня. Беру, я хотела перейти там на более такой красный, тоже с Faberlic, но мне больше вот это понравилось, так что... Ближайшие лет 50. Может, загнула, не сомневаюсь. Это мне соседская девочка играет на пианино. Это будущее. Кто там на пианино играет? В общем, видите, какая у нас слышимость? Вот. Так, в общем, стойкая крем-краска с аминокислотами, шелка, спелая вишня, 3,54. Так что, мои дорогие, мне нравится. Она хорошо держится, она не смывается, вообще отлично. Так, мои дорогие, короче, что я их держу? Это 15 номер, ну вообще она сухая, плохо. Это моя любимая помада для губ, это 15 номер, вот она сухая. В общем, я ее выкидываю, все, что я держу, вот. И вот это вот вообще 95-я, ну это, знаете, для покойников. Она хорошо красится, хорошо ложится. Может, и не надо ее выкидывать, ну а куда ее? Я пристраивала ее, мне уже аж стыдно, что ее никто... Видно? Вот такой цвет. Ну, эти помады, чем они хороши? Вот для меня, для лентяйки. Я утром накрасила, кушаю я там, чай пью, все, и она все держится, вообще бомба. Вот насчет этого. Кто-то говорит, что она сушит губы. Мне она не сушит, не знаю. Так, вот это у меня наконец-то закончился гель для тела. Он был как гель-скраб. Можно сказать себе. Вот сейчас я очень рада, что я купила вот это масло для душа. Это бомба вообще. Тело увлажняется. И я теперь даже не всегда мажу тело свое. Вот классно, оно увлажняет классно. Оно увлажняет обалденно. Если у кого проблема так же, как у меня, сушит тело, попробуйте масло, гель-масло для тела. Ну, я показывала в своих покупочках. Гель-масло для душа. Гель-масло для душа. Так. Ну, так вот, гель-скраб. Я вот вообще не представляю, знаете, может и вредно, конечно, что это скраб, я и для лица, и для тела, но я не могу, если я не проскрабируюсь хорошо, то это равносильно, что я не была в душе. Я уже так стараюсь, пореже, но не могу. Так, мои дорогие, это у меня... 2.03.19 начала я уход за орхидеями, удобряла орхидеи, но когда они цветут, вы знаете, что их поливать не надо и нельзя. А потом, когда они цвели, я их раз в две недельки удобряла, да, нормально, гумидар, органическая подкормка для растений. 2 марта 2019 года я начала, и вот, наверное, на год мне хватило. Ну, потому что у меня там сколько, 10 этих... И то сейчас у меня 10, а было тогда, наверное, 8.
орхидей, и то не цветут, их не удобряют, то это поэтому нормально, нормально. Вот, берут такой вообще. Вообще у меня из цветов сейчас орхидеи все, и только есть один декабрист, который, ну, он мне очень дорог. Это я привезла с Беларуси, когда я продала квартиру. Это тут Лариса мне подарила отросточки, я его вырастила, он уже это. Вот, и дети подарили мне сейчас виолу, ой, забыла, как называется цветок этот. Виола, что ли. Вот. А больше у меня никаких, потому что вот орхидеи мне нравятся, за ними не надо париться с ними. Так, мои дорогие, я уже говорила, порошок я покупаю самый простецкий, вот миф, потому что я в него еще добавляю или пятновыводитель, или отбеливатель. Беру самый дешевый, который есть по акции, и мне счастья нет предела. Так, мои дорогие, вот как раз я хочу сказать, это краска Faberlic. Или Faberlic, на которую я хотела перейти. И вот такой цвет, ну, как-то он мне не понравился. Потому что здесь светлое, волос отрастает, а у меня волос темный. И когда он, ну, седой, и он отрастает, и здесь как лысина появляется. Поэтому мне он не подошел. Потому что я, когда первый раз увидела у Оксаны, была-то накрасилась этой краской. Я говорю, Оксана, как клево, какой номер краски. Все, Оксаночка мне дала. Это я купила, ну, номер. И это самое... Но мне он не подошел, вот. А цвет мне нравился. Так что очень хорошая для лица и области вокруг глаз. Это сыворотка-активатор гиалуроновая. Вот, закончилась у меня она. Да, я пользовалась, да, мне нравится она. Ну, вообще, мне Либредер нравится. И вообще, как бы, вот эту коробочку оставлю. Потому что может куда ехать, там крем добавить. И все очень удобно, что пшик-пшик. Вот это удобно, которое, знаете, руками не надо лазить. Так что вот эту фигнюшечку я оставлю. Хорошо, что, по-моему... А, нет, это не наклеено, это здесь нарисовано. Ну, ладно, можно наклеить. Вот с собой в дорогу брать вот такие вот удобно. Так что Либредер мне понравился. Буду ли я брать еще? Ну, не знаю, отдохну, может, и буду брать. Хотя мне сейчас на ближайший год все, что я набрала в Литуале, в Ревгоше, крема, все мне хватит на ближайший год. Брала я вот такое восстановление белого уже после первого, это самое. Ну, скажем, пятновыводитель, скажем, после первого, конечно, ничего нет. Ну, да, нормально, но порошок я добавляю, как бы, но у меня ничего нет такого застированного, понимаете, потому что я стараюсь смотреть, чтобы было не застиранное. Вот такой пятновыводитель беру, ну, я раньше добавляла пятновыводитель из Суприм и Сарма, по-моему, и вот пятновыводитель плюс отбеливатель не содержит хлор. Ну, я не знаю, вот ваниша там, что здесь накидали, все. Все-таки мне больше нравится пятновыводитель отдельно, отбеливатель отдельно, порошок отдельно. Сколько мне надо, я в цветное добавила пятновыводитель, в белое добавила пятновыводитель, отбеливатель, и мне счастья нет предела. Вот. А когда вот это два в одном, я даже не знаю, что там намутили, что там наколбасили, и вообще, что из этого произойдет. Поэтому я хочу сказать, что по отдельности мне все-таки больше нравится. Но это опять-таки хозяин-барин. Ой, закончился мой Мэри Кей, бальзам для тела, лосьон для тела. Нравится мне. Мне вообще нравится Мэри Кей. Ну, не все, конечно. Я говорю, мне из каждой какой-то фирмы нравится что-либо-нибудь там. Мне нравятся у них бархатные ручки, там набор там парафиновый, там все такое из трех там. Мне нравится вот бальзамчик, мне нравится туалетная вода. Я уже говорила, Джорни, вот Джорни Элиш нравится мне. Мне нравится Мэри Кей, даже какая-то косметика, но она как бы дороговастенькая, не по карману все, и там нужно знать это, пробовать. А для того, чтобы знать, пробовать, подойдет, не подойдет, это, знаете, только методом такого, когда вот дарят там, тогда не жалко. А покупать, вот я, например, как вышла в Литуале, начала покупать это крема, все такое. Я то у одной подружки попробовала, то у второй подружки, то мне дали пробнички. Муж мне как-то покупал, я не помню, наверное, духи покупал. И там ему накидали пробничков. Вот я пробничками вот сказала, а, вот это хочу, вот это. Клиника для глаз и для век, это я у Кумасика попробовала, я запищала. Поэтому у них нету таких маленьких. Нет, ну у них, наверное, есть, но
наверное, такая компания. Все такое. Ну, в общем, хочу сказать, что лосьон мне этот нравился. Мне этот лосьон нравился, потому что он такой увлажнял. И он такой нежной текстуры, знаете. Запахом у них вообще. И запахи... Да, он такой нежненький, он нравится мне. Это у меня Машуня занимается. Так, вот этот брала крем-скраб для тела, 100 рецептов красоты, с виноградной косточкой, больше брать не буду. Чтобы взять одну банку, я беру, мне ее на год хватает, вот в Литуале или в Ревгоше, или это самое. Ну, там действительно оно и пахнет, оно и хорошо, это больше не буду, не буду. Не хочу как-то, не подходит она мне. Так, мои дорогие, целительные травы. Бэм-бэм-бэм. Так, вот такое мыло я показывала, оно как скрабирующее. Еще мне писали, Элла, это там пластика насували, это не скраб, все. Ну вот мужу больше это нравится. Я уже ему купила вот такое, там, знаете, там, как рифленое, тоже говорю, вот классно. Но оно быстро заканчивается, и муж сказал, нет, вот это, все-таки вот это круче. Покупай мне вот это, пользуйся сама, вот это. Я говорю, ну ладно. Почему вот это ему больше понравилось. Я говорю, ты понимаешь, мне девчонки сказали, что там... Пластик, все, он говорит, хоть железо. Мне классно от этого. Поэтому, ну, извините, пожалуйста, моего мужа, любимого. Некоторые говорят, что ты докажи, что у тебя есть муж. Я не знаю, как вам доказать. Я не привыкла ничего никому доказывать. Так что, мои дорогие, вот это буду покупать. Это вы у меня еще не один раз увидите. Ой, вот такие масочки. Вот. Это маска для лица, увлажняющая с коллагеном, экстрактом алоэ. Знаете, я вам хочу сказать, ну да, хорошая маска, да, ну вот липкость оставляет. Ну не люблю вот это. Вот все, что с алоэ связано, очень увлажняет хорошо. Но липкость есть какая-то. Вот мне нравится крем улитка, но он липкость оставляет. Вот нравится с алоэ, но он липкость оставляет. А мне хочется... Так, мои дорогие, папочка позвонил, что он едет домой. Да. Вот, освежители воздуха. Кто-то мне говорил, Элла, это же ваше здоровье, не берите вы в этом фикс-прайсе, а берите в простых магазинах, там они это. Ну, чем вы, вот опять хотела сказать, чем вы докажете, что вот там хорошие в магните, в монетке, а в фикс-прайсе плохие? Ну, что за глупости? Все нормально уже, сколько я их, я постоянно ими пользуюсь. Ничего, все нормально там. Как-то у меня, ну, выходит это в месяц, на 2 месяца, вот одна стоит у меня в ванной, ну, в душе, а одна стоит в прихожей. Хотя в прихожей это, как, знаете, капля в море. Вот в туалете еще чувствуется, брызь-брызь, и все. И я не заморачиваюсь, не надо мне вот это вот. Поэтому я вот подумываю даже, что вот сейчас закончатся эти в прихожей и в ванной. У меня ванна всегда открыта, чтобы не задыхалась, а все такое, чтобы грибка не конил. У меня всегда дверь в ванну открыта. Не знаю, вот так у меня. Поэтому пользуюсь, да, нормально. Мне нравятся, конечно, вот такие вот все цветочные. Ну, все, что с цветами, мне не нравится. Я больше покупать вообще никогда не буду. Под Новый год имела ошибку купить с клубникой или с чем-то там. В общем, с фруктами, ну, это вообще в туалете... как будто там что-то такое сдохло. Понимаете? Вот. А цветочные мне нравятся. Ну, вот яблоко тоже как бы, ну, яблоко тоже нормально. Но все равно... здесь мне нравится. Мне яблоко здесь напоминает, знаете, фу, блин, чуть себя... Когда я им брызгаю, это вот раньше был, когда я жила в этом, в Москве, в Балашихе, в глубокой молодости, и мы там покупали освежитель. Ну, это вообще там яблочный был. Вот это всегда, когда пшик-пшик и яблоко. Не знаю, почему у меня с Балашихой. Вот. Поэтому, ну, пользуюсь я и буду пользоваться в туалете. Ленивая опа. Я не могу вот это сходить в туалет, потом пшик-пшик, и оно там это. А может, оно не пшик-пшик. Вот мне нравится, когда оно там само стоит, и пшик-пшик, и заходишь, и тебе приятно, что оно там пшик-пшик. Так, мои дорогие. L'Oréal тоник, абсолютная нежность. Нравится мне все, нравится. Но я сейчас другой купила, потому что он мне как бы поднадоел. Но вот этот, именно с розовой, потому что я покупала тогда с
ментоловым цветом, таким светло-зеленым цветом. Ну, как-то он мне не понравился, я вам хочу сказать. А вот этот вот, который здесь написан для сухой и чувствительной кожи, вот он мне понравился, вот здесь написано для сухой и чувствительной кожи, вот этот. А который зелененькая вот здесь, вот, ну, ментоловая такая, как-то вот не понравилось. Так что, так, мои дорогие, конечно же, как всегда, Red Dabur паста, зубная красная. Кстати, у нас сейчас приезжают индусы, будет ярмарка с 15, по-моему, марта. У них я беру, да, она дорогая, по-моему, 250, что ли, рублей, вот. Но мы уже сколько, вот как последний раз, ну, когда ездили в Индию, после Индии, в Индии попробовали, и все, мы без нее не можем жить. Без Индии мы можем жить. И вспоминаю эту Индию как страшный сон. Но вот без зубной пасты индийской не могу. Вот. Кто не видел, как я съездила в Индию, посмотрите. Если не забуду, оставлю ссылочку. Там две части. Это жесть. Это жесть. И когда... И это самое страшное мое путешествие когда-либо-нибудь было. Не знаю почему. Так, мои дорогие, вот именно этим я хотела с вами поделиться. Хотела сказать, что мне понравилось, что не понравилось. А вдруг кому-нибудь пригодится. Так, я есть в Инстаграме. В Инстаграме иногда я что-нибудь там выбрасываю, и быстрее вы узнаете. В Инстаграме я фон Зики. Напишу здесь, чтобы вы не забыли. Так что welcome, заходите, буду рада, подписывайтесь. Вот, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ну, я думаю, вам будет понравиться. Только подписывайтесь тем, кому это, ну, я нравлюсь. Потому что просто чтобы... Ну, ладно, подпишусь. Не надо. Не надо, не надо, не надо. Так, ну ладно, мои дорогие. Всего хорошего и всем пока-пока.